боевой дух однозначно связан с мышлением, со скоростью принятия решения. Поэтому и себя, и свою команду, свой коллектив я настраиваю на то, чтобы максимально все вели здоровый образ жизни, занимались спортом. И примерно в соотношении процентов 70 на 30 мы уделяем этому время. К примеру, участие в таких мероприятиях, как сегодня, спасибо большое «Деловому Петербургу», было очень задорно, весело. Действительно, требуется серьезная физическая подготовка. Это вам не только хихи-ха-ха. Также участие в различных марафонах, мероприятиях, гонках героев. Я сама активный участник подобных мероприятий. Всегда приглашаю свою команду, свой коллектив, иногда даже добровольно-принудительно. Ну и слежу за тем, чтобы сухой закон присутствовал всегда, кроме праздников. Конечно, важен. Посмотрите, как сегодня взрослые люди далеко за 30 кричали, поддерживали друг друга, боролись за каждое очко, за каждый балл. Как обидно было проигрывать иногда из-за невезения. Поэтому дух соперничества важен во всем, в соревнованиях, в бизнесе. Поэтому мы всегда стараемся мотивировать, делить коллектив на команды, на подразделения и участвовать в здоровых соревнованиях. Здоровая конкуренция – это хорошо. Сильную команду сегодня формировать не нужно, потому что за последние несколько лет жизнь в нашей стране сама формирует невероятную внутреннюю силу, когда тебе, просыпаясь утром, уже практически ничего не страшно. И весь мой коллектив движется только вперед, всегда верит в лучшее и с любыми препятствиями физическими или умственными справляется легко. От всего сердца благодарим организаторов, безумно понравилось. Будем тщательнее готовиться, разбирать ошибки. Обязательно примем участие в следующий раз.